Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам карту мини-голем для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этой карты в вашем Майнкрафте появляется настоящая игра под названием Голем. Возможно, многие играли в эту игру, но давайте сейчас мы в нее поиграем. Но для этого вам придется войти вот такую постройку. Да, здесь на ней написаны правила и написаны, какие здесь есть уровни. Ну что ж, обходим и видим мы дальше вот такую постройку. Друзья, вы просто заходите внутрь. Так, Майнкрафт не лагай. Заходим внутрь, закрываем за собой дверь, как культурные люди. И, как видите, вот наш первый уровень, где вы можете поиграть со своими друзьями. Ну что ж, для этого вам нужно просто залезть в сундук, взять снежок и попробовать попасть в эту лунку. Ну что ж, давайте посмотреть. Ну, я нисколечки не попал, потому что нам нужно зайти за эту черту. Ну что ж, давайте кидать. Так. Друзья, отлично, мы попали прямо в самую цель, и давайте идти дальше. Дальше идет уже более сложнее, точнее, более полегче уровень. Но уровни здесь совершенно отличаются. Ну и мы попали, друзья, мы выиграли балл. И так вы можете соревноваться со своими друзьями. Но, к сожалению, здесь мало места, и некоторые деревья даже мешают ходить. Но я не знаю, как здесь можно попасть в эту лунку. А, наверное, примерно так, но у меня ничего не получится, вряд ли это. Так, почему-то не нажимается, друзья. А, все. Ну, мне не хватило все больше маленько, но все же мы почти попали в нашу лунку. Давайте идти дальше. И давайте подойдем вот к этому такому адскому уровню. Ух ты, друзья, здесь очень сложно. И кидаемся здесь мы уже шариком магмы. Ну, по идее, прикольно все придумано. Задумка очень хорошая. Но здесь, наверное, возможно, нужно несколько раз кидать этот шарик. Потому что, как знаете, на гольфе дается второй шанс. Ну да, наверное, примерно вот сюда он должен был долететь. Ну, давайте отправимся вот на этот последний уровень, который мы сегодня рассмотрим. Ну и, надеюсь, мы попадем. Здесь тоже такой же сложный уровень, друзья. Тоже нужно попасть под углом. Но мы, конечно, не попали. Ну ладно. Вот такая карта у нас была сегодня. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.